53-летняя Кулаим Сангулова лишилась зрения 15 лет назад. До этого женщина занималась шитьем постельного белья и корпе. Свою работу она делала в домашних условиях и в основном для родных и близких. Но перерыв полтора десятка лет и отсутствие зрения Кулаим не останавливает. Она вновь собирается заняться своим любимым делом. И в этом ей помогли спонсоры. Я очень благодарна нашим бизнесменам за подаренную швейную машинку. До этого у меня была ручная, но теперь с электрической я смогу сделать намного больше. Конечно, о выходе на рынок еще говорить рано, но я снова смогу шить постельное белье для моих родных. Как хорошо, что у нас проводятся такие акции. Мы, инвалиды, очень ценим такое внимание и поддержку. Инициаторами спонсорской помощи выступили представители фонда «Даму». Мероприятие было организовано в рамках программы «Даму Комек». Инвалидам были вручены швейные машины, машины по ремонту обуви, сварочный аппарат, гриль-фритюрница и печь для выпечки кулинарных изделий. К нам поступают заявки с начала года. Получается, поступило 269 заявок. Из них на сегодняшний день 116 инвалидам-предпринимателям уже была оказана спонсорская помощь. Такие акции у нас как бы проходили уже. И в 2016 году тоже проводили такую же акцию. По словам организаторов, программа «Даму Комек» проводится уже несколько лет и нацелена на оказание поддержки начинающим предпринимателям с ограниченными физическими возможностями. Такая помощь с начала реализации программы была оказана 116 инвалидам. По данным фонда поддержки парализованных граждан Актобе, в нашем городе сейчас проживают 1230 инвалидов, 350 из них – дети. Антон Пережогин, Алексей Уразов, программа «Факт».